Добро пожаловать. Такие транспаранты вывешены перед входом практически всех чебоксарских вузов. Университеты в летнюю пору становятся для выпускников местом отправления в самостоятельную жизнь. Какие профессии популярны среди абитуриентов 2013 года, выясняла наша съемочная группа. В чебоксарских вузах напряженная пора. Многие абитуриенты, определившиеся с выбором будущей профессии, подают документы в высшие учебные заведения. И уже сегодня представители приемной комиссии сравнивают статистику подачи документов с прошлым годом. Как выяснилось, существенных изменений не произошло. Чаще всего на сегодняшний день подают заявление на факультет дошкольной коррекционной педагогики, на специальные начальные классы информатика, на иностранный язык первый, иностранный язык второй и факультет управления. По словам Алины Ефимовой, повышенный интерес к педагогическим профессиям связан с тем, что в школах и детских садах есть вакансии, а также с ростом заработной платы. В коммерческих вузах популярны другие специальности. В настоящее время наиболее популярными традиционно, наверное, для нашего вуза являются направления это гуманитарного профиля, прежде всего юриспруденция, финансы и кредит, налоги, налогообложение, мировая экономика. Представители вузов отмечают, что растет число тех, кто хочет получить второе образование. По мнению ректора, второе высшее в основном получают те, кто занимается своим бизнесом и ощущает недостаток юридических и экономических знаний. Молодых абитуриентов в выборе профессии привлекает другое. Я собираюсь поступать на учителя физкультуры. Думал об этом, когда еще в школе учился, нравилось самому. Хочу поступить на специальность юриспруденция. Это престижно, я считаю так. 25 июля закончится основной этап подачи документов в вузы. А ближе к осени можно будет узнать, какие специальности все же популярны. Екатерина Харитонова, Николай Яковлев, Республика.